Почти 50 женщин и детей покинули Алеппо по гуманитарному коридору. Сопровождали их российские офицеры из Центра примирения и представители сирийских властей. Мирным жителям оказали всю необходимую помощь, предоставили ночлег. Это также подчеркивает представитель МИДа. И, по его словам, сейчас продолжают круглосуточно работать 6 гуманитарных коридоров. Напомню, что открылись они 20 октября. С тех пор сроки акции неоднократно продлевались. Однако боевики обстреливали пути выхода из города.